Посмотри, какой пакет. В нем можно что-то хранить. Плотный. Здесь у нас объяснение, что такое эта сумка. Термосумка на 30 литров. Удобный ремень. Дополнительные карманы. Наличие открывашки для бутылок. Фиксатор ручек на липучке. То есть ничего интересного. Красные плотные ручки. Фиксатор на липучке. Ремень с уплотнением для плеча. Регулировкой длины. Некий такой вертлюг. Она отстегивает. То удобно. Карман впереди, карман боковой сзади, карман боковой сбоку, карман водонепроницаемый. Здесь есть еще открывашка. Удобные замки вот такими хлястиками. Замки два, ходят хорошо, сумка открывается, вот прям можно было так откинуть. Все плотно, все хорошо. Если что-то горячее или холодное перевозить с аккумуляторами холода, будет держать довольно долго. И самое главное... Это не для того, чтобы вдруг захочется в туалет, а это для того, чтобы... Ну, сейчас объясню, для чего вообще куплена эта сумка. Сейчас? Если мы куда-то поедем на багажнике велосипеда, мне не хватает сумки. Ставлю ее на багажник велика. Так как здесь ремни, доступ туда, внутрь, ну, сильно ограничен. Для того, чтобы залезть внутрь, нужно вот отстегивать ее, она начинает падать. В общем, доставать что-то из нее, это целое сложное мероприятие. При этом здесь еще есть двойные молнии, которые можно оставить, мне кажется, вот здесь. Вот у нас бутылка воды. Там у нас. И вот так она вот может торчать. Приоткрыли, набираю. Всю остальную дорогу она вот так вот торчит. Также и в боковой карман я наверняка положу с собой вот этот замечательный складной стаканчик из фикс-прайса. Вот на такую хрень. Ну ту же кружку повесить. Вот сюда, вот здесь есть дырочка. А вот эта вот штука, это такой фонарик. Вот сюда можно повесить. И вот я еду. Вот он болтается, и по дороге водитель тебя увидит. Возьмем, допустим, дорогу аптечку, бутылку с водой. Какой-нибудь запасной телефон можно положить сюда. Тоже смартфон тоже можно положить сюда, кстати. Кружку, кофту, мало ли замерзнем. Дождевик на случай дождя. Винты. Еще бутылка с водой. Кирпичик для йоги. Просто рюкзак. Туда много. Закрываем. И я могу вот какой-то доступ иметь сюда. То, что тебе нужно будет достать в первую очередь, чтобы было сверху. Я его замерю и куплю какую-то пластиковую коробку. Для того, чтобы придать максимально жесткость. Ставлю сюда коробку, сумка становится жесткой. Просто скидки именно сейчас. Сейчас она стоит 1000 рублей в магните. А их там навалено. Можно сразу не разглядеть. В общем, я горячо рекомендую. Я уже себе купил, мне уже не надо, поэтому могу поделиться лайфхаком. Никаких магнитиков собирать не надо, ничего не надо, просто берешь и идешь на кассу. На этом все.